раз, два, три, этот мир ты посмотри. И поймешь, лучше мира не найдешь. Это я, это он, это ты. Это сад, это дом из мечты. Приходи в этот дом, стань мы с тобой мечтать, как бы облако на радугу поймать. Раз, два, три, и снаружи, и внутри. Этот мир удивителен и мил. Летний лагерь. Бежим! Коля, ну ты чего? Мы же не в прятки играем. А я вообще не играю. Я тут от дедушки прячусь. Он меня в цирковой лагерь отправляет. Ать, Коля водит. Коля идет репетировать. Там все такие звезды, а я Николай Хряков, позор цирковой династии. Зо, а цирковой лагерь? Это что? Это лагерь, куда юные артисты приезжают подучиться. Николаю тоже не помешает. Такая наша цирковая традиция. А если он не хочет? Можно вы его сами подучите? Мы поможем. Мы поможем. Да, мы точно. Для репетиции цирковые нужны. Не переживайте, они отличные ребята. Лучше поиграйте во что-нибудь до отъезда. Давай, давай. Простите, ребята, все валится из рук. Жонглеры меня засмеют. Оп. О. Оп. Ого. Оп. Оп. Ой-ой-ой. Ой. Ой. Их в фокусах мне только уткой работать. Подсадной. Птеродактиль. Муха. Курица. Самолет. Все, я наигрался. Ну уж нет, Коля. Дедушка сказал играть, значит, будем играть. В этот твой страшный лагерь. Рассказывай, какие там правила. Внимание, внимание! Цирковой лагерь открывается! Встречайте, самая сильная лиса на планете — лиска-атлетистка! Ой! Thank you.
Браво! Коля! 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 Не смущайтесь, маэстро! Вы настоящий артист! И жонглёр! И силач! И фокусник! И акробат! Тогда теперь выступаю я! Ой-ой-ой! Ребята, без вас я бы не справился. Ты наша звезда, Коля. Репетируй свой номер хорошо. Пока! 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 Мы будем ждать!